Микрофон GM47A. Вот такой домик. По утверждению пользователя, что-то он сильно потерял в чувствительности. Сейчас попробуем разобраться, в чем же тут дело. Я подозреваю, что это в капсуле, но тут еще есть элементы, которые тоже неплохо было бы проверить. Так, ну элементы с большего, такой первичный тест все прошли. Вот, то есть к ним такой вот, ну, в основном конденсаторы. Резисторы я сейчас уже мерить не стал. Там померяем напряжение поляризующее. Ну так, первое впечатление пока целое. Надо посмотреть, что с капсулем. Капсуль в таком очень конкретно грязном виде, но каких-то таких вот повреждений я на нем не вижу. То есть он, если так хорошо присмотреться, у него толстым слоем пыли он покрыт. Вот, особенно здесь это хорошо видно, я думаю. Вот. Но чистить тут мыть нельзя ничего. Была надежда, что он двухсторонний, и можно было бы поменять местами мембраны, но мембрана одиночка. Будем думать, что делать дальше. Как-то мне показалось, что поляризационного напряжения на капсулу как-то маловато. Вот сейчас оно почему-то исчезло вообще. И вот он, да, он почти не работает. Быть так нельзя, никогда так не делайте. Но я хочу сбыть пульт. Заодно посмотреть, что он совершенно не работает. Удивительно, но я нашел платье. Резистор, который изменил свое сопротивление. Раз, раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, раз, два, три. Ну, теперь у него нормальная чувствительность. Теперь раз, раз, два, раз, два, раз, теперь видно, что уровень совсем другой. Раз, 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 два, три, раз. Ну, на этом все. Пишите. Отвечу.